Это клево, да, Тём? Конечно, это жизнь. Да, рэп накал. Там был и Цой, который тоже дрочил. Друзья, что вы представляете, когда слышите сочетание «русский панк»? Если вы ответили «король и шут» и «вонючие косухи», поздравляю, вы ничего не знаете о русских панках. Но сегодня мы это исправим. В этом ролике мы поговорим о том, как панки появились еще в СССР, какую дичь они творили на сцене, как выражали политический протест и куда пропали сегодня. Хлопнул полтос водочки и пошел играть панк-рок. Не играет, а живет. Толпа из зала просто массово кинулась на сцену, да, значит, бить меня сбили с ног. Вот это панк-рок. Человек, который шел тогда в Иракезе, он понимал, что он рискует. Было весело. Иракезы, вонючие кожаные куртки, нашивки, алкоголь и наркотики. Все эти атрибуты и правда нередко сопровождают панк-культуру, но это совсем не главное в ней. Яркость, громкость, дерзость... и общая атмосфера какого-то такого безудержного веселья. Молодежи свойственно разрушение, дестрой, вот то, что там многие берут себе. Но для меня панк-культура была всегда сначала музыка, а потом уже все остальное, и я никогда не вел асоциальный образ жизни. Вообще описать панков довольно сложно, потому что один из главных принципов – не вписываться ни в какие рамки. Вся идеология субкультуры буквально заключается в разрушении любых общественных норм и канонов. Ну, я думаю, что это люди, которые не хотели бы, чтобы на них повесили ярлык. Большинство хороших, которых называют панками, на мой взгляд, хороших, да, они себя так, в общем, не идентифицировали. Вот мы вроде как будем говорить про Егора Летова. Там Егор Летов в какой-то момент много говорил про панк, но, в общем, потом, в течение жизни, довольно плотно от этого всего открещивался. И вообще, как бы, очень не любил, когда его помещали в какие-либо ярлыки и системы. Но одно можно сказать точно. Вся субкультура сформировалась в первую очередь вокруг музыки. Панк-рок стал не просто музыкальным жанром, а способом самовыражения для тех, кто был недоволен политикой, обществом или культурой. Музыкальная сцена, которая зародилась в начале середины 70-х в разных западных странах, в первую очередь в Америке, в Англии, в Европе. И это музыкальная сцена, которая очень быстро породила круг поклонников и других вовлеченных в нее. И таким образом все вместе дало жизнь субкультуре, которая, собственно, и называется панк-рок. В субкультуре в этой, помимо музыки, было очень много других составляющих, как и, например, в хип-хопе есть там рэп, граффити, брейк-данс и так далее. В панк-роке тоже было много всяких составляющих. Это были дизайнеры, это были граффитчики, это были люди, которые сразу начали делать журналы, фанзины, так называемые, или коротко просто зины. Чтобы разобраться в том, откуда произошел панк-рок, нужно начать издалека. Итак, в 50-е годы в Америке появляется рок-н-ролл. Может быть, сегодня для многих это просто забавные танцы, но в то время это была настоящая музыкальная революция. С середины 50-х годов в Америке борьба за равные права между белыми и чернокожими становится массовым явлением. Рок-н-ролл был одним из символов этой борьбы. Он совместил в себе черную и белую культуру. Многие первые рок-н-ролл-музыканты, такие как Чак Берри и Литл Ричард, были афроамериканцами. В то же время раскрепощенные танцы рок-н-ролльщиков транслировали еще и сексуальную свободу. Например, движения короля рок-н-ролла Элвиса Пресли настолько шокировали консервативных американцев, что его даже запрещали показывать по телевидению ниже пояса. В общем, рок-н-ролльщики воспринимались как настоящие бунтари, из-за чего, конечно, вызывали восхищение у молодежи. Кроме того, в середине 60-х в музыкальной среде произошло так называемое «британское вторжение». Этот термин чаще всего связывают с легендарной группой «Битлз». Они тоже начинали с рок-н-ролла и быстро стали известны за пределами родной Британии. Так они в целом открыли миру музыку британских исполнителей. В общем, вся эта музыкальная волна от первых рок-н-ролльщиков до битлов мотивировала многих поклонников делать свою музыку. Они стали собираться в гаражах и лобать то, как умеет свой рок-н-ролл. Так в США появился гаражный рок, который по своей форме похож на сырой или грязный стиль рок-н-ролла.
К концу 60-х гаражный рок играли такие культовые группы, как Stooges и MC5. Позже эти группы назвали протопанком. Но чтобы новый жанр сформировался, должны были возникнуть еще и социальные причины. В 73-м году по экономике США и Западной Европы серьезно ударил нефтяной кризис. Из-за подскочивших цен на нефть сотни тысяч работников американского автопрома остались без работы. В январе 74-го в Британии предприятиям почти на 2 месяца запретили использовать электроэнергию больше 3 дней в неделю. Производства останавливались, люди теряли рабочие места, молодежь перестала верить в свое будущее. На этом фоне в среде рабочего класса начала зарождаться панк-идеология, выступающая против экономического и социального неравенства, капитализма и массовой культуры в целом. В первую очередь, это, наверное, несогласие с тем, когда какое-то последующее поколение соприкасается с чем-то достигнутым предыдущим поколением. Своего рода отрицание – это непременно как бы условие движения. Иначе любой процесс имеет обыкновение застаиваться и терять всякий смысл. Кроме того, к тому времени музыканты, которые ассоциировались раньше с бунтами, стали мейнстримом. Протестная молодежь считала, что рок-н-ролл опопсел, а на рок-сцене в целом была эра прогрессив-рока. Рок-музыканты экспериментировали с разными музыкальными жанрами, что делало музыку сложной для подражания, как это было с гаражным роком и рок-н-роллом. В общем, нужна была новая протестная музыка, которую может играть каждый. То во многом панк-рок — это реакция на такой помпезный классический рок конца 60-х, первой половины 70-х годов. Все эти Pink Floyd и прочее, и прочее, которые стали играть, значит, нечто усложненное, нечто почти симфоническое. Панки в этом смысле решили составить им альтернативу, в том смысле, что вернуть рок-н-ролл к его корням, его народной такой карнавальной сути, отойти от всей этой зауми, а напротив петь песни простые, доходчивые, в каком-то смысле, может быть, даже и примитивная, но при этом очень энергичная и очень честная. Зрители канала знают, что Илья обожает приключения. Вам туда не надо, потому что шторм. Ветер сносит! Да, пробежали 10 километров по потрясающему лесу. Я могу сказать... Акулу видели? Никогда еще так высоко я не забирался. А еще он любит кофе. И хотя дрип-пакеты всегда занимают место в его багаже... Когда я был маленький, я пил растворимый кофе. Добавлял туда побольше сгущеночки и был уверен, что это кофе. Это увлечение часто остается за кадром. Ведь иногда кофе — это единственная возможность по-настоящему расслабиться. Насладитесь минутами спокойствия вместе с 1984. Простая музыка, быстрый ритм, грязный звук, небрежный вокал – все это стало основными чертами панк-рока. Тексты песен тоже были довольно простыми и в основном отражали проблемы людей рабочего класса. Панки пели о безработице и нищете, детской преступности, алкоголе, наркотиках и полном хаосе, который их окружал. Внешне панки тоже выделялись. Они ходили с растрепанными волосами, носили куртки, косухи, рваную одежду, самодельные украшения из английских булавок и других подручных средств. Знаменитые ирокезы, кстати, появились в их стиле не сразу. Они вошли в моду в 80-х годах с подачи лидера группы Exploited Уотти Бьюкина. Внешний вид, я считаю, это вообще-то это очень важно, потому что твой внутренний мир какой-то, если ты какой-то... Ну, ты чувствуешь себе какую-то странную креативную энергию, тебя интересует странное произведение искусства. Вот весь твой внутренний мир, мне кажется, он не может долго держаться внутри, он все равно выйдет наружу. Нельзя сказать, что панк обязательно должен носить ирокез или косуху с булавками, чтобы причислять себя к этой субкультуре. Как я уже говорил, философия панка заключается в том, чтобы противопоставлять себя общественным нормам. А это значит, что если ирокез перестает шокировать людей, то это больше не символ панка. Да, есть культура, а это контркультура. Начинаем издевательски подходить к символам культуры,
и как-то обсмеивать это, и то, что нам не нравится, и вот так выражать свою мысль. Кто такие панки? Это, наверное, люди, которые идут немножко в разрез с общепринятыми в обществе какими-то нормами, пытаются менять мир, по их мнению, в лучшую сторону. Всех по-разному получается, но в целом это такие какие-то ребелы, люди, которые находятся в каком-то протесте. Протест панка выражался в том числе с помощью принципа DIY. Do it yourself, или по-русски «делай это сам». То есть сам делай музыку и сам распространяй. Во-первых, эта независимость от студии звукозаписи позволяет не идти ни на какие компромиссы и не соглашаться с цензурой. А во-вторых, у обычных ребят из рабочего класса просто не было денег на хорошее оборудование или студию. Правда, с приходом популярности это, конечно же, менялось. Сделай сам принцип, он заметно удешевляет процесс звукозаписи. То есть это не то, чтобы это вот было принципиально. Вот принципиально буду записываться с плохим качеством. Нет, в общем-то, такой задачи не ставилось. И, кстати говоря, многие панк-роковые группы, а уж особенно постпанковые группы, они пользовались услугами очень квалифицированных звукоинженеров и даже продюсеров. И, скажем, если мы послушаем классические записи английского или американского панк-рока, скажем, Sex Pistols или Television, то качество записи там прекрасное просто. Британская группа Sex Pistols стала одной из самых известных среди панк-рок-групп. Даже если вы ничего не знаете о панке, то вы наверняка слышали это название. Группа появилась в 1975 году в Лондоне. В ее первоначальный состав входили вокалист Джонни Роттен, гитарист Стив Джонс, барабанщик Пол Кук и бас-гитарист Глен Мэтлок. А в 1977 году Мэтлока заменили на Сида Вишеса, который стал культовой фигурой в мире панка. Ходят легенды, что некоторые музыканты, в том числе и Сид Вишес, вообще не умели играть на инструментах. Но в этом как раз и был смысл панк-рока, чтобы любой, кто хочет выразить себя в творчестве, мог это сделать. Способ делать искусство, которое чрезвычайно в силу своей технической простоты, художественной простоты как метод, это метод искусства, который позволяет выразить много очень простыми методами и при этом оставаться в рамках художественности. Для меня это так. Но для кого-то это такой стиль музыки, который позволяет делать максимальный выброс энергии, хамить на сцене, хулиганить на сцене. И вот как бы это как стиль подавалось. Sex Pistols часто устраивали скандалы на телевидении, ругались матом в прямом эфире. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. Go on, again. Критиковали королевскую семью и в целом политический уклад Великобритании. К серебряному юбилею британской королевы Елизаветы II группа выпустила одну из своих самых наиболее известных песен «God Save the Queen». В ней музыканты всячески оскорбляли королеву, выражая протест рабочего класса и низших социальных слоев населения. «Боже, храни королеву и фашистский режим». С таких слов начинается песня Sex Pistols. Ее запретило транслировать в эфире не только BBC, но и почти все независимые радиостанции. Но несмотря на всевозможную цензуру, God Save the Queen стала нереально популярной. Sex Pistols выпустили всего один студийный альбом, но этого оказалось достаточно, чтобы вдохновить огромное число панк- и рок-музыкантов разных поколений. Самым главным нашим музыкальным ориентиром была английская группа Sex Pistols. Мы их считали очень-очень-очень большими легендами, и их музыкальный, рецепт, то, как они звучали, выглядели, вся мифология вокруг них, вот вся эта легенда, связанная с Сидом Вишесом, там, ну и вообще вот вокруг Sex Pistols, это все нас очень сильно привлекало, это нам было все дико по кайфу. Sex Pistols проникли даже в СССР. Одной из первых советских панк-групп стали «Автоматические удовлетворители». Ее собрал Андрей Панов в 1979 году в Ленинграде. И название группы напрямую отсылает к Sex Pistols. Кстати, известный звукорежиссер Андрей Тропилов настаивает на том, что в начале своего существования группа Панова называлась более лаконично.
Все песни начал писать в результате он, и так появилась группа «У». Автоматический удовлетворитель – это он тоже придумал это название, и это был как бы вот Sex Pistols, сексуальный пистолет, а тут автоматический удовлетворитель. Андрея Панова по кличке Свин часто называют первым советским панком. Он был из приличной семьи, его родители были артистами балета. Правда, семья Панова распалась после того, как его отец смог сбежать из СССР за границу. Можно сказать, что такое интеллигентское происхождение – это и есть одно из главных отличий советских панков от западных. Если в Великобритании панками были молодые выходцы из рабочего класса, то в Советском Союзе ситуация была другая. Советский панк отличается от западного тем, что имеет два высших образования за спиной. Лидер группы «Чиж и компания» Сергей Чиграков. Панк-рок, надо сказать, в западных странах он был музыкой, скажем так, достаточно пролетарской, особенно в Англии. То есть в Англии считалось, что панк-рок – это удел безработной молодежи, выходцев из рабочих семей и так далее. Никакой такой элитарной, что ли, нагрузки, как это было в Советском Союзе. Друзья, а с чем у вас ассоциируется осень? С листопадом и горячим чаем? Или, может быть, с прохладной погодой, когда наконец-то можно натянуть любимые теплые свитера и толстовки. Если вы еще не успели обновить свой гардероб к новому сезону, то слушайте внимательно. Как раз в магазине моего мерча есть целых 3 классных свитшота. Их принты разработаны в коллаборации с дерзкими современными уличными художниками, которые ловко обыгрывают остросоциальные темы. Например, этот концептуальный свитшот «Озеро» мы сделали вместе с Филиппенза из Волгограда. А знаменитый принт «Пи***ц» — это коллаборация с Владимиром Абихом из Екатеринбурга. Ну и, конечно, «Make Russia Grey Again» — это остроумная совместная работа со Славой ПТРК. Помимо стильного внешнего вида свитшотов, мы позаботились и о качестве. Оно отличное, вы не столкнетесь ни с потрескиванием принта, ни с дискомфортом при носке. Все потому, что работы художников мы наносим с помощью вечной шелкографии и не используем никаких колющихся бирок. А еще мы отказались от начеса, чтобы вам было комфортно носить свитшоты круглый год, и они не потеряли свой изначальный вид. Ну что, уже хотите приобрести их? Тогда не теряйте времени и переходите по ссылочке в описании. Кстати, не забывайте, что мы отправляем мерч по всему миру и кладем подарок каждому заказу. Элитарность панк-рока в СССР объясняется довольно просто. Достать эту музыку могли далеко не все. Зарубежные исполнители должны были пройти советскую цензуру, прежде чем их записи попадут в свободный доступ. И, естественно, проходили ее далеко не все, поэтому многие западные пластинки проникали в страну контрабандой и стоили очень-очень дорого. Те, кому удавалось их достать, переписывали их на магнитофонные записи и дальше передавали из рук в руки. В общем, получить запрещенку можно было только если у тебя, ну, либо много денег, либо есть связи. Ни того, ни другого у простого советского рабочего, как правило, не было. В СССР первые панки были все сплошь или потомственные аристократы, или потомственные династические интеллигенты. Ну, потому что панк, естественно, был навеян западными влияниями. Тут, собственно, спору нет. Естественно, первыми носителями панк-рока были какие-то ребята, у которых был, скажем, доступ к какой-то западной музыкальной информации. Западная музыка в Советский Союз проникала вперемешку, из-за чего не сформировалось какого-то четкого разделения на панк и мейнстримный рок. Западные панки выражали музыкой протест против государственной политики, плохих условий труда, коммерческого рока и капитализма в целом. В Советском Союзе не то, что мейнстримного рока не было. Вообще весь рок был в глубоком подполье. На Западе это была, ну, такая почти по Марксу смена формаций. Да? Ну вот, условно, была там эпоха хиппи, потом была условная эпоха арт-рока, а потом вот пришли панки, как некие отрицатели там, того и другого, да, и, находясь в каком-то диалоге. Была некая стадиальность. То
ну, Советский Союз все, в общем, приходило примерно одновременно. Что еще отличало первых советских панков, это невозможность прямого политического протеста, какой выражали те же Sex Pistols. Довольно сложно себе представить, чтобы в 80-е годы кто-то со сцены пел про фашистский режим Брежнева или Андропова. Первые советские панки выражали протест самим фактом своего существования. То есть им вовсе не обязательно было петь про партию, КГБ и прочие, значит, ужасы советской системы, чтобы восприниматься как нечто протестное. Мы делали значки, мы там продавали значки с «Ну, погоди», например, там с «Чебурашкой». Мы их оттуда вынимали, раскрывали и вставляли туда свои надписи, которые мы для себя придумывали. Например, там могло быть написано «Я ненавижу Магомаева». В общем, приличные мальчики из интеллигентных советских семей начали исполнять неблагозвучные песни с бессмысленными текстами, беспробудно петь и эпатировать советских граждан, как умели. Первая пластинка, которая у нас появилась, это была группа «Stranglers», «Normal Hero». И вот это первая пластинка панковская, которая к нам вообще попала. И там на обложке были дохлые крысы. И, конечно, нас это произвело впечатление. Кто-то стал таскать за собой дохлую крысу. Ну, недолго. Потому что, в общем, конечно, это не было. Ну, пугать людей. Особенным эпатажем отличался как раз Андрей «Свин» Панов. Он любил раздеваться на сцене. Это был его коронный трюк. Сегодня в свободном доступе можно найти более поздние видеозаписи его выступлений. Например, с 90-го года, когда его позвали в эфир музыкальной передачи «Программа А». Первый раз в истории советского телевидения на экране показывали абсолютно пьяного музыканта. Вокруг Панова выстраивалась тусовка первых ленинградских панков. В нее также входил андеграундный кинорежиссер Евгений Юфит, который часто подкидывал панкам идеи необычных перформансов. Придумывал многие всякие вещи. Например, то он придумал, чтобы мы залезали в помойки, такие, которые стояли во дворах. Ну, мы находили чистую, которую там убрали. Естественно, мы не залезали в грязную. А и зимой поднимали крышку и оттуда высовывались на проходящих людей. Нам казалось это весело. Хотя надо сразу оговориться и пояснить, что сами они себя панками не называли. Когда того же Панова спросили, причисляет ли он себя к панк-культуре, он ответил так. Культуре? Нет, меня причисляют. А если рассматривать различные течения, то мне ближе всего модернизм. Ракешник же я не люблю, поэтому не могу к себе относиться серьезно. Андрей Панов, лидер группы «Автоматические удовлетворители». Они вели себя как панки, да, ну, то есть они как бы совершали некие там уличные перформансы, да, там, среди прочего, в этой тусовке был Виктор Цой, который вот однажды, известно, там, ему было сколько там, 18 лет, ходил по городу, значит, с дохлой уткой на поводке. Всякие такие вот они хэппинги совершали, да, там, подходили к похмельным рабочим, которые, значит, за пивом стояли, покупали пиво и выливали друг другу на голову, да, там, ловили голубей, раскрашивали их под попугаев. Вот такие всякие как бы вызывающие довольно безобидные акции, которые постепенно начали называть панком, ну и поскольку «Автоматические удовлетворители» действительно играли такую очень как бы грязную панк-рок-музыку, но они себя, например, называли битниками. Может быть, панком «Свин» себя и не называл, но все, что он делал, вполне подходит под это описание. Например, ходят легенды о том, что Панов ел свое г***ну. Рассказывали, что на какой-то остолованной вечеринке Андрей спокойно испражнился на виду у всей публики на чистую тарелку, затем поставил ее на стол, повязал на грудь салфетку и, вооружившись ножом с вилкой, принялся поглощать г***ну. Я отказывался верить и однажды прямо спросил свинью об этом. Он, безусловно, это подтвердил и сказал, что не только г***ь умеет есть, но и мочу пить тоже. Я провокационно выразил недоверие, на что Андрей попросил у меня стакан, спокойно отправился в туалет, нацедил 3/4 мочи и выпил у меня на глазах. Алексей Вишня, музыкант. Казалось бы, настолько странные выходки могли оттолкнуть многих от «Свина», но оказалось наоборот. В его группе успело поиграть полсостава группы «Кино», а именно Виктор Цой, Алексей Рыбин, Григорий Гурьянов. Через «Автоматических удовлетворителей» прошли также лидер группы «Текила Джаз» Евгений Федоров, лидер группы «Пилот» Илья Черт и другие известные музыканты. Кстати говоря, я устраивал все первые концерты «Автоматическим удовлетворителем», а также Витя Цою в городе Москве. Познакомился я с ними в конце 80-го года, то ли в ноябре, то ли в декабре. Они завалились ко мне домой всей компанией. Там было человек 8 этих питерских панков. Они все были очень смешные, забавные. У них были
замечательные клички. Ну, то есть, помимо свиньи, там еще были, скажем, Монозуб, Пиночет, Хуаго Фен и так далее. В общем, обзывали они себя как могли. Но они мне сразу очень понравились, потому что они составляли такой очень явный контраст нашим таким достаточно напыщенным классическим рокером. Звукорежиссер Андрей Тропила рассказывал, что Цой вместе с автоматическими удовлетворителями тоже вытворял всякие безумства. Что мне сказали товарищи? Они сказали, что вот АУ, там, Швед, Свин, там, Цой, что они сели кружком. И сидели гости не только рок-н-ролльные, но и гости моего товарища, вот, который из бармена. И они просто занимали это были муляжи, или что, но они драчили там, короче, вот просто посередине зала, чем вели народ в полное состояние. Там был и Цой, который тоже драчил. Вообще возникает логичный вопрос. А для какой аудитории все это делалось в те годы, когда советская цензура контролировала всю сцену? Ну, все просто. Буквально для самих себя. Музыканты и их друзья ходили друг к другу на квартирники, то есть домашние концерты. Именно с квартирников начинали почти все советские рокеры. Виктор Цой, Майк Науменко, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков и многие другие. Мы же не идиоты были, мы же понимали, как в стране развивается культура, что происходит, и мы не видели все применения. А потом появлялись такие, просто мы жили такой вот именно действительно в каком-то контркультурном мире своем, вот там появился «Аквариум». Притом мы же видели репрессии, которые происходили. Когда «Аквариум» сыграли в Грузии, «Life and Gore», Гребенщикова выгнали из комсомола, из университета, с прикладной математики. То есть там были сразу же репрессии, сразу происходили. Мы играли для себя. В 80-х стало ясно, что рок-музыка активно проникает в СССР и не может быть полностью подавлена. Тогда власти решили взять это явление под контроль. Сложно было милиции гоняться за разными подпольными квартирниками, а проще было собрать всех в одном месте. Так в 81-м году на улице Рубинштейна, 13 в Ленинграде, появился ленинградский рок-клуб. Он предоставлял площадку для выступлений разным рок-музыкантам. В один прекрасный день собрались музыканты и те, кто занимался подпольными концертами, и отправились к директору Ленинградского дома самодеятельного творчества. Она пригласила работников КГБ. Они пришли, и мы им объясняли, что если здесь будут проходить концерты, то по городу левых концертов не будет. Андрей Тропила, музыкальный продюсер. В ленинградском рок-клубе состояли Кино, Аквариум, Алиса, ДДТ и другие музыканты, ставшие легендами русского рока. Принимали туда практически всех неформальных музыкантов. А вот автоматические удовлетворители оказались слишком шокирующими даже для прогрессивного рок-клуба. Очень немногих ленинградских рок-групп, которые туда не приняли, именно опасаясь, значит, того, что как бы это не одобрит начальство и кураторы из КГБ. Самые известные непринятые в ленинградский рок-клуб рок-группы были именно автоматические удовлетворители. И именно потому, что они были слишком скандальными, слишком провокационными, рок-клубовское руководство просто опасалось, что они подставят как бы всю затею с рок-клубом. При этом я не могу сказать, что песни Свина были как-то политизированы. Нет, этого не было. На протяжении всего своего существования автоматические удовлетворители оставались в андеграунде как самые настоящие панки. Они репетировали на квартире у мамы Андрея Панова, не стали коммерчески успешными, выступали для очень небольшой публики. Сам Свин Панов почти никогда не был трезвым и умер молодым, как и положено панку. Это произошло в 98 году. Музыканту было всего 38 лет. Правда, причиной смерти стало не алкогольное отравление, а неудачная операция при перитоните. Группа эта была во многом таким домашним проектом Андрея Панова. Ее репетиции ходили на тусовки, попойки и веселье, и развлечения друзей, нежели чем на серьезный музыкальный проект. Вслед за автоматическими удовлетворителями образовывалось все больше панк-групп. В том же Ленинграде в 82-м появились отдел самоискоренения и народное ополчение, а в 85-м — объект насмешек. В Москве же одной из первых панк-групп была группа «Чудо-Юдо». Она образовалась в 83-м. Ничего абсолютно они нового не принесли в этот стиль, ничего нового не изобрели
Абсолютно. То есть все они ориентировались исключительно на какие-то горячо ими любимые и почитаемые западные образцы. Опять же, это не недостаток русского именно панк-рока. Это можно сказать обо всем русском роке. Просто одни группы ориентировались на Битлз, другие группы ориентировались на Depeche Mode, третьи группы ориентировались на U2, четвертая на Deep Purple и прочее. В общем-то, у любой советской и русской рок-группы можно найти какие-то западные прототипы. Особняком стояла сибирская панк-сцена. Если панки двух столиц чаще пытались повторять зарубежные стандарты, то в Сибири, можно сказать, зарождался аутентичный русский панк. Были панк-рок-группы в Новосибирске, скажем, группа «Путти» такая была довольно симпатичная. Были панк-рокеры в Омске, то есть это «Гражданская оборона» Егора Летова, Янка Дягилева, опять же, из Новосибирска. И эти ребята, они уделяли больше внимания звукозаписи. Ну, отчасти, я думаю, это было связано с тем, что, в отличие, скажем, от Москвы и Ленинграда, их возможности концертной деятельности были очень ограничены. Поэтому они больше времени проводили дома, варились в собственном соку и занимались какими-то студийными экспериментами. Его часто называют экзистенциональным. Ведь в нем выстраивалась целая философия отчаяния. Сибирский панк, находившийся в отдалении от столиц, выражал отчуждение и одиночество. Его музыка и тексты были пропитаны меланхолией, грубостью и суровой реальностью. Песни сибирских панков часто рассказывают о бессмысленности существования, тяготах жизни и замкнутом пространстве. Но при этом в них слышится сильное чувство внутреннего протеста и стремление к свободе, даже если она кажется недостижимой. Сибирский панк возникал из чувства невозможности существования там и тогда, где находились эти люди. Да? То есть если в Москве и Ленинграде это было больше такое что-то провокационное, можно сказать, хулиганское поведение там, тех же, того же свиньи, оно было ну, таким... почти цирковым, да, он как бы, это было веселье, да, в первую очередь, это было как бы не то, для Сибири, как это формулировано однократно Егор Летов, это было выживание. И вообще вот эта сибирская волна, тогда, конечно, это такой феномен, то, что в мировом масштабе, да, в мировом масштабе это стало незамечено, но в рамках России это, конечно, потрясающая история. Создание сибирского панка приписывают Егору Летову. В 1984 году музыкант и поэт из Омска со своим другом Кузей Уоу создал легендарную группу «Гражданская оборона». Помимо этого у Летова было много других музыкальных проектов. «Посев», «Коммунизм», «Егор и опи***вшие», «Адольф Гитлер» и другие. И вообще Летов приложил немало усилий для того, чтобы панки Сибири имели возможность записывать свою музыку. Сложно найти среди сибирских групп ту, которая не прошла через домашнюю студию Егора Летова. Как он сам говорил, да, он в некотором смысле искусственным образом создал это движение сибирского панка. Он, собственно, начал целенаправленно писать всех, кого можно, да, и там за 88-89 год вот на этой групп-студии в комнате, где рос Егор Летов, было записано, ну, я там... точно тех, кто назову, там по 30 альбомов, да, то есть это альбомы «Гражданская оборона», это альбомы «Янки», это альбомы «Черного кича», это альбомы группы «Коммунизм», это альбомы «Кузи Уо», это альбомы там даже такого, значит, Джона Деева, который, ну, вообще там как бы появился и, грубо говоря, никак себя особо не отметил, но вот он тоже там записал альбом, то есть Летов, и все это вспоминают, да, что он тянул, всех говорил, давай, давай, пишись, да, многие говорят, что там та же Янка, может быть, и не ну, как бы так и сидела бы у себя дома, сочиняла бы песенки, если бы не Летов, который говорил, давай, надо записываться, надо делать. Летов превратил русский панк из дурачества и хулиганства в настоящую философию. Записи сибирских музыкантов плохо звучали не только из-за отсутствия нормальных инструментов и аппаратуры, но во многом и по идейным соображениям. Егор Летов искренне считал, что чем хуже звук, тем больше энергии он в себе несет, и тем больше он передает этот экзистенциональный ужас. Если в столицах и в Свердловском числе люди старались как бы играть так, как будто они находятся не здесь,
да, а в идеале так, как будто они вот, ну, не знаю, в Лондоне пишутся, и вот мы вот как бы в Ленинграде будем делать вид, что мы как будто бы вот наравне, где-то в том же звуке, как, не знаю, там, какая-нибудь группа The Cure, да, допустим. Сибиряки как бы отчасти тоже вынуждены, но потом и осознанно пестовали такой вот грязный, домотканный, очень такой как бы пердящий, перегруженный звук. Что еще важно? Сибирский панк-рок был более политизированным, чем московский и ленинградский. За критику советского строя, например, большинство участников тюменской группы «Инструкция по выживанию» после первого же концерта исключили из комсомола и отправили в армию. В том же творчестве Летова были антитоталитарные и антикоммунистические тексты, чего стоит только текст самой известной песни гражданской обороны «Все идет по плану». Гражданская оборона выбрана не случайно, в том смысле, что оно является некоторой, конечно, провокацией, да, но надо сказать, что, например, название его самой первой группы «Посев» было еще более провокационным. «Посев» — это было, собственно, название издательства и журнала, как бы глубоко оппозиционного советскому режиму, эмигрантского, которое было принято связывать, ну, буквально с происками ЦРУ. Из оппозиции Летова в середине 80-х им даже заинтересовались в КГБ. Его с другими музыкантами обороны постоянно вызывали на допросы и обвиняли в исполнении неправильных песен. В итоге Кузю Уоу отправили в армию, а Летов стал жертвой карательной психиатрии. Его отправили на принудительное лечение в психушку. Так в советское время часто пытались перевоспитать многих неугодных власти людей. То есть я понимал, что сознанию плохо, там тому плохо. Я в некий момент даже ослеп, то есть меня не лепило, накачали. Вот я около 4 часов слепой был, бил эти метки. В психбольнице Летов провел 3 месяца, а спустя пару лет КГБшники вновь пытались поймать музыканта. Правда, тогда он уже решил скрываться от них и отправился колесить по разным городам России. При этом важно отметить, что протест Летова был будто даже больше, чем протест против государства. Его бунт был направлен против всего мироустройства. Летова есть знаменитая песня и тезис «Я всегда буду против», то означает не то, что нужно просто там бездумно протестовать против всего чего угодно, а всегда как бы пытаться преодолеть вот этот вот обман мира вокруг тебя, потому что мир — это всегда обман, да? Вот то, в чем ты существуешь, реальность, она всегда... Это, ну, как бы важный момент, да, уйти в какие-то другие территории, да, как бы пытаться ее преодолеть, выпрыгнуть из нее, выпрыгнуть выше своей головы. Вероятно, именно эта философия постоянного протеста и противостояния привела Летова после распада СССР в движение «Национал-большевиков». Оно сочетало в себе как ультраправые, так и ультралевые идеи, элементы радикального национализма и советской ностальгии. Идеология там была крайне противоречивой и объединяла идеи о сильной независимой России с критикой капитализма и либеральной демократии. Идея создания движения принадлежит умершему в 2020 году писателю Эдуарду Лимонову и философу Александру Дугину. Последний сегодня призывает уничтожить Украину и закручивать гайки в России. Нацболы стремились возродить мощное государство, которое бросило бы вызов Западу и вернуло России статус глобальной сверхдержавы. При этом в их риторике было много элементов социальной справедливости и антиолигархической борьбы. Участие Летова носило скорее идеологический и культурный, чем политический характер. Участвуя в этом движении, Летов пытался выразить свой протест против современной ему российской реальности, включая коррупцию, социальное неравенство и потерю России своей идентичности. Есть некая логика в том, что можно ее уловить, да, что в 90-х, когда это мироустройство изменилось и начало пленять человека, по версии Летова, каким-то другим способом, вот этим, не знаю, капитализмом, рынком, демократией, в кавычках, он как бы выскочил из этого и начал достигать этого освобождения уже по-другому, да, сказав, что на самом деле он, значит, советский националист,
и что он хочет бороться вот с этой новой как бы системой вместе с, ну, скажем так, силами, которые тогда принято было обозначать как красно-коричневые. Кажется довольно противоречивым то, что сам Летов в советское время выступал против коммунистического строя, а в 90-е стал в ряды тех, кто хотел его, ну, в том или ином виде вернуть. Но Летову были прежде всего близки революционные идеи раннего СССР. Мы более экстремисты. То есть мы возглавляем, могу точно могу сказать, мы возглавляем определенную армию тех людей, которые идут за нами. Ну, можно их назвать маргиналами. Это люди, которые отказываются от системы в любой форме. Это новые пассионарии. Это те, кто придут на смену тем коммунистам, которые, поколение которых вымрут лет через 10, через 15, потому что они уже столь ветхие и дряхлые, что они уже не боеспособны, не дееспособны. Он всегда критиковал, допустим, вот такой брежневский застойный СССР, который он вслед за Лимоновым называл дисциплинарно-санаторным режимом, и, в общем, довольно дальновидно, на самом деле, говорил, что это на самом деле был государственный капитализм. Да, примерно как вот сейчас в России, скажем так. Он хотел вернуться к революционным временам, да, к СССР 20-х годов, к временам, когда была утопия, да, не сталинским, да, вот именно вот там рубеж 10-х, 20-х, да, и, наверное, первой половины 20-х, когда, вот когда, ну, как бы была такая перманентная революция, да, когда вот творились какие-то невероятные проекты перестройки мироустройства, и так далее, и так далее. При любом госстрое я партизан, при любом режиме я анархист. Наверное, эти строчки Летова лучше всего объясняют, почему он изменил свои взгляды после распада СССР. И, пожалуй, эти слова лучше всего описывают и сам панк. Многие, правда, отвернулись от Летова из-за того, что он присоединился к движению, которое, среди прочих, разделяло праворадикальные взгляды. Но об отношениях правых и панков мы еще поговорим чуть позднее. В то же время для многих других музыкантов распад СССР и 90-е, наоборот, стали временем свободы и новых возможностей. Ребята разные. Одни имеют музыкальное специальное образование, закончили музыкальную школу по классу фортепиано, мама пианистка. Другие имеют иное образование и иной менталитет. Вот руководитель этой группы Николай Кузнецов. Николай, посмотри сюда. Коля, у вашей группы есть менталитет? А что это такое? Если начало 80-х еще проходило под знаменем застоя, и одинокие советские панки думали, что СССР это навсегда, то к середине десятилетия начались большие перемены. Перестройка, гласность, стали появляться импортная одежда и западная музыка. В 87-м даже автоматических удовлетворителей наконец приняли в ленинградский рок-клуб. Вместе с тем на улицах появлялось все больше неформалов. Молодые люди, которые хотели перемены и искали свободы выразить протест, присоединялись к панк-культуре. Если ты идешь на государственную работу, то человек полностью деградирует. Песня называется «Работающим полный деградейшн». В середине 80-х это уже, можно сказать, время прорыва панк-рока. И я бы не сказал, конечно, что панк-рок стал мейнстримом. В общем-то, мейнстримом он и на Западе не стал. Это всегда считалось такой довольно экстремистской музыкой. Тем не менее, в общем, панк-рок и панк-стиль, вот весь этот, все эти ирокезы, черная кожа, бритвы и прочее. В общем, это стало чем-то более или менее общепринятым. Несмотря на то, что панков и неформалов в целом становилось больше, они все еще привлекали внимание милиции своим видом. Настоящую свободу они смогли ощутить только после распада СССР. То есть вот это время 90-х годов, оно зазвучало по-другому. И вот эта другая вибрация. Стали появляться хорошие добротные инструменты, хорошие усилители, хорошая аппаратура, благодаря которой можно было достичь адекватного звучания прямо на какой-то, даже не то, что репетиционной точке, даже дома. Музыканты получили возможность свободно выступать и творить. Например, в 93-м году панк-группа «Наив» отправилась в большой тур по Европе. Популярными стали такие группы, как «Пурген», «Тараканы», «Оргазм Нострадамуса», «Банда четырех» и многие другие. Разных очень тоже было достаточно много панк-роков уже в 90-м годах. А уж за 90-е годы, за время течения этого десятилетия, все это, в общем, развилось и оформилось только в путь. Открытость Западу позволила многим музыкантам ориентироваться на своих иностранных коллег. Все наши группы хорошие, они занимались плагиатом с западных групп хороших, с английских и американских, потому что это родоначальники стиля, и всегда, соответственно, они
показывают наилучшие материалы. Даже группа «Наив» максимально передавала западное звучание, напоминая Green Day или Offspring. Уже первый альбом «Наив» назывался на английском «Switchblade Knife» и выпустился на американском лейбле «Maximum Rock'n'Roll». Панк-группы постепенно становились все более коммерчески успешными, хотя часто говорят, что это противоречило философии панка, который должен быть всегда против системы. То есть панк-рок, конечно, это коммерческое мероприятие, и пластинки Sex Pistols продаются до сих пор, и пластинки АУ, и там, ну, любую группу. Вот, ну, то есть когда группа становится известной, она становится коммерческой. Это факт. Как его можно оспаривать? То есть невозможно, ты становишься... Ты дальше можешь делать какие-нибудь акции. Я помню, там какая-то английская группа сожгла 1 000 000 фунтов стерлингов. Ну, они же получили там 8 миллионов, один сожгли. Группа, о которой говорит Игорь Панкер, называется KLF. 23 августа 1994 года ее участники Билл Драмонд и Джимми Котти сожгли 1 миллион фунтов стерлингов в заброшенном лондонском сарае на острове Джура. Это был заработок группы за несколько лет. В нескольких интервью Драмонд и Котти рассказывали, что долго раздумывали, на что потратить заработанные деньги, и в конце концов решили просто их сжечь. Вообще вопрос о том, может ли быть настоящий панк коммерческим или должен всегда оставаться в андеграунде, существует, наверное, столько же, сколько и сам панк. Еще в 1977 году, когда группа Clash подписала контракт с лейблом CBS, панк-журналы писали, что в тот день панк умер. Clash продали свою душу. Годом позже английская панк-группа Crass выпустила песню «Punk is dead», что значит «панк мертв». Потому что продался и променял идеи революции на зеленые бумажки. А в 81 году другая британская группа Exploit выпустила дебютный альбом под названием Punk's Not Dead. И вот уже более 40 лет эта фраза является главным и самым известным лозунгом панк-движения. А спор о том, продался ли панк, продолжаются до сих пор. Классическая история. Ребята хотят веселиться, быть теми, кем они являются, не следить за базаром, делать грязные песни, одеваться, как они хотят. И вдруг, бабах, приходит какой-то коммерческий успех, кому-то это нужно. Все больше людей у тебя на концерте, условно. Вот, и ты начинаешь потихоньку считать купоны. Либо, если ты какого-то, не знаю, ставишь над собой плохого менеджера, то он считает купоны за тебя, а ты просто дурачок такой, воу-воу, рок-н-ролльный чувак, который не понимает, откуда деньги на прикроватном столике появляются. Что любой поклонник группы «Гражданская оборона», одев этот балахон, он, кстати, просто обязан его одеть, будет отличаться всей толпы трэшеров и панков своим видом. Коммерческий успех пришел и к русским панкам. В 1999 году, например, песня группы «Тараканы» прозвучала в рекламе «Сникерса». Разыгрался аппетит? Не тормози! «Сникерс» ней! В какой-то момент ты понимаешь, что это офигенный бизнес. Неплохо бы дать денег родителям, неплохо снять хату получше, купить гитару поприкольней. И все, ты уже в системе. Когда перед тобой стоит зал, почему-то там вдруг появились, помимо твоих чокнутых корешей, несколько мам с детьми. Ты уже начинаешь думать, может быть, мне стоит последить за базаром, все-таки здесь дети, как бы... И можно уже не засовывать себе в трусы микрофон. Как-то уже это странно. Ты становишься артистом, ты начинаешь, вырабатываешь какое-то шоу, отрабатываешь его каждый день, и оно уже немножко менее острое. Артистами, которые собирали большие стадионы, стала группа «Король и Шут». Это, пожалуй, самая известная русская панк-группа. В прошлом году, кстати, на Кинопоиске вышел сериал про «Короля и Шута». И это был самый успешный релиз в истории платформы. У нас стадионная группа «Панк-рок» одна, это «Король и Шут», другой не было. Еще в 1988 году Михаил Горшенев, Александр Балунов и Александр Щиголев, известные как «Горшок», «Балу» и «Поручик», создали группу «Контора». Название «Король и Шут» появилось позже, после прихода в коллектив Андрея Князева или «Князя».
он стал писать тексты в жанре русского фольклора. Именно это и стало главной фишкой группы. Песни про разных сказочных героев, наложенные на панк-музыку. Им удалось объединить панк-рок с мелодичностью и элементами фолка, что сделало их музыку доступной для широкой аудитории. Группа «Король и Шут», на которой ходят люди. Может, мы хуевая группа, зато мы живая группа. Живая. И все это еще сочеталось с довольно ярким образом вокалиста Горшка. Беззубый, сутулый и с шипами на голове. Король и Шут, естественно, да, группа, которая стала самой известной, но утратив некоторую принадлежность к этому слою. То есть они слишком быстро всплыли и пошли по пути мейнстрима и быстро купили, продали, и они стали стадионной группой, что с моей точки зрения... Это несколько как бы нарушение. Такие популярные группы, как «Король и Шут», стали приводить в панк массовую аудиторию, для которой не так важны ценности и философия панка. Многих привлекала только внешняя эстетика – иракезы, веселье и алкогольный угар. В общем, как и в любой субкультуре, в панке тоже началось разделение на трушных и нетрушных. Тех, кто любит просто побухать и знает только несколько популярных панк-групп, стали называть говнарями. Есть такое определение, типа говнари, да, вот среди панк-рокеров. Те, кто вот такие ходят там неряшливые, грязные, слушают «Король и Шут», «Сектор газа», считают себя панками, где больше всего интересуют, на самом деле, распитие алкоголя в жизни. Я с такими не дружил. Правда, сегодня можно часто услышать, как говнарями называют вообще всех слушателей русского рока. Мне иногда кажется, что нынешняя молодежь слово «говнарь» использует как обозначение таких чуваков, как я. Вот просто некий чувак за 40 в черной майке с логотипом и электрогитарой в руках. Вот это говнарь. Ну, говнарь, что это за слово вообще такое? Его даже произносить мне, знаете, тяжело. Оно как будто бы настолько не моего лексикона слово, что вот у меня зубы в нужную позицию не встают, чтобы произнести его говнарь. Ну, что это такое? Нет, блин, плохое слово. Не говорите молодежи. Блин, они, наверное, посмотрят этот выпуск и узнают. Ну, ладно. Ну, в общем, молодежь, друзья, это плохое слово, не запоминайте его. Пока одни панки становились популярными и массовыми, другие предпочитали оставаться в андеграунде. В Питере, например, такие коллективы выступали на площадках типа клуба «Там-там». То есть все-таки панк – это камерная музыка. Музыка для маленьких клубов, где высокие энергии, все очень плотно и такой накал страстей, чего, в принципе, на стадионах вот все вот эти вот там... Это сейчас свечи, зажигалочки, телефончики там, или что-то такое. Благодать. «Там-там» открылся еще в 91 году и стал одной из главных площадок, где могли выступать независимые группы, играющие панк, хардкор и гаражный рок. Люди стали слышать о том, что в городе есть такое место, где что-то происходит. И туда надо хотя бы один раз сходить. Многие мои знакомые моего возраста, когда они из любопытства пришли ко мне как бы в гости, клуб. Посмотри, что я делаю. Мы были напуганы и никогда в жизни больше не переступали порог этого дома. Клуб давал сцену как уже известным группам, так и совсем молодым коллективам. Это было место, где не существовало ни жестких правил, ни стандартов поведения, что привлекало людей, ищущих свободы самовыражения. «Там-там» определенно был местом для экспериментов, которые редко можно встретить на большой сцене. Туда может прийти и оказаться среди своих огромное количество людей, там по 300, по 400 человек, в котором они чувствовали себя комфортно. Там не было чужаков. Вот. И это вот такая общность, она, собственно, и породила, что на сцене играют такие же ребята, как они сами, и они чередуются. Вот так одна группа за другой играют по несколько раз в неделю, и потом это все в итоге сформировалась волна. Яркой звездой на сцене «Там-там» была группа «Химера». Ее до сих пор называют одной из самых необычных среди российских рок-групп. Тяжелая музыка сочеталась с виолончелью и трубой и дополнялась довольно грубыми текстами Старкова.
концерты Химеры были настолько интенсивны, это съедало тебя заживо, говорил музыкальный критик Артемий Троицкий. Что для меня вот Эдик Старков был средним между Джимом Моррисоном, Игги Попом и Петей Мамоновым. Потому что он был невероятно пластичен и натурален на сцене. То есть он являл. В особенности, когда уже они трансформировались в Химеру, и это было просто явление. Музыку Химеры даже сложно описать одним жанром. Это далеко не только панк-рок. Музыканты экспериментировали с самыми разными стилями. Сам Старков говорил, что они играют в стиле «за**биткор». Выступления Старкова были настоящим безумием. Он выступал в фартуке на голое тело, повисал на перекладине вниз головой, орал в микрофон слова, а потом доставал шприц, набирал из вены кровь и брызгал ею в зал. Клуб «Там-там» в буквальном смысле стал домом для Эдика Старкова, как и для других представителей самых разных субкультур 90-х и тех, кто не вписывался в общепринятые социальные рамки. Сюда ходили скинхеды и хиппи, панки, анархисты и просто обычные меломаны. Место превратилось в чистый сквот, и там поселилась та же самая группа «Химера». Не группа «Химера», Эдик Старков. Он жил прямо вот последние пару лет, жил прямо в клубе «Там-там». Кстати, сквоты – это тоже неотъемлемая часть панка. Что это такое? Простыми словами, это когда люди заселяются в какое-то заброшенное или просто свободное здание без какого-либо официального разрешения. С момента своего появления панки всегда занимались сквотингом, организовывали в захваченных домах мастерские и творческие студии, ну или просто бухали и веселились. В конце 80-х, когда центр Москвы расселяли, панки могли вскрыть чей-то пустующий дом и разместиться в нем и что-нибудь творить. В таких местах появлялись творческие пространства. Люди рисовали какие-то картины, занимались музыкой, тусовались. Самый большой на моей памяти сквот был на Петровском бульваре. Там вообще был оккупирован целый двор из нескольких домов. Тоже вполне себе форма панка. Миша Бастер, художник, автор книги типа «Панки. Опыты индивидуализма и неподчинения в СССР». В такой же творческий сквот превратился ленинградский «Там-там». И здесь было все: милицейские облавы, драки до полусмерти, пьянки и самые разные запрещенные вещества. В общем, настоящий панк-рок. В этом конкретном клубе, конечно, все было. То есть мне даже подозревали и в том, что я как бы занимаюсь нелегальным оборотом, что я наркодилер. И держу там весь вот этот бизнес наркотический, что, конечно, был полный нонсенс. Такое могло существовать только в 90-х. Так что неудивительно, что уже к 96-му году клуб закрылся. Интересно, что почти одновременно со смертью клуба «Там-там» из жизни ушел и один из самых ярких его музыкантов. В 97-м году Эдика Старкова не стало. У него были проблемы с жильем, с семьей. И в итоге он сгорел. Вот. И тем самым он подвел черту под все то, чем я был увлечен вот эти в течение 5 лет. Я потерял всякий интерес. То есть он выпил из меня табуретку. Для меня этот мир, вот это панк-рок и вот этой всей новой волны, которая прокатила на моих глазах, перестал существовать. В то же время в Москве группой, которая объединяла вокруг себя андеграундную панк-тусовку, были «Соломенные еноты». Ее лидер Борис Усов собрал вокруг себя множество разных проектов, друзей и соратников. «Лисичкин хлеб», «Огонь», «Ожог», «Тише пчел» и так далее. Все это творческое объединение Усов назвал «Формейшн». Кстати, вдохновлялся он именно сибирскими панками, о которых мы уже говорили. После поездки в Тюмень стало ясно, что ну какой там ленинградский рок-клуб, даже при всем уважении там, к отдельным группам. И там была, это была большая тусовка, много групп, большое количество людей, которые как-то между собой пересекались. И все это началось с группы «Инструкция по выживанию», и они называли себя «Формейшном», формацией, еще с конца 80-х годов. И мы это просто позаимствовали. Борис Усов и другие музыканты «Формейшна» как бы противопоставляли себя популярным мейнстримным музыкантам. Советский андеграундный рок в виде того же ленинградского рок-клуба, все эти группы, там, которые нам изначально очень нравились, они же стали быстро очень превращаться в мейнстрим. Вот. А на молодого человека это действует как бы огорчительно. Да? Как бы мы продались, была такая фраза тогда, там «Гребень продался».
и все такое прочее, что, ну, конечно, если серьезно говорить, это несколько смешно. То есть изначально это было такой позиции просто протеста, чисто юношеского максимализма. Мне так кажется. Может быть, Усов со мной совершенно не согласился. Соломин и еноты довольно редко давали концерты и не стремились стать известными. Усов был категорически против популярности. Ну, и я тоже. И это достаточно сознательная концепция была. Это не то, что какая-то аскеза такая. Нет, да, вот то, что есть, то есть. Там, да, иначе я должен был бы отказывать всем в интервью там, и так далее. Я думаю, что это просто глупо и смешно. Но Усов вполне сознательно не издал ни одного альбома, ни одного не было издано. Хотя предложения были, конечно же, там где-то со второй половины нулевых годов, там вот с концерта, который ему афиша устраивала, конечно, там были предложения, ну, какие угодно. И о концертах, и о жабоздании, там, и так далее. Он категорически от этого отказывался и как-то сказал мне такую фразу, что я хочу остаться легендой. В андеграундных кругах Борис Усов и группа «Соломины и еноты» действительно осталась легендой. В их творчестве экзистенциальные стихи соединялись с грязным шумом гитар, а на редких концертах происходил настоящий трэш, который удивлял даже повидавшую всякого публику. Вышла статья в газете «Энск», это была такая, ну, рок-газета, которая была прям, ну, везде продавалась, по всей стране, во всех клубах. Ну вот, и там про наше выступление было сказано, что там выступление «Соломенных енотов» возмутило даже панков. Вот возмутить даже панков, а даже сейчас вот улыбаюсь, когда представляю себе вот этих панков с иракезами, которые там вечно бухие, ну, советские панки, проклепанные, очень наглые, крутые пацаны. Вот они сидят в зале и возмущаются, как будто это бабушки какие-то. Музыканты провоцировали драки на концертах, разбивали бутылки и орали матом на толпу, которая пришла их послушать. Один из их концертов даже прозвали «табуреточный». Дело в том, что публика освистала «Соломенных енотов», а в ответ в недовольных зрителей со сцены полетела табуретка. Ну и в конце концов, в общем, нам вырубили за рук, чтобы мы закончили уже наконец этот кошмар. Я взял табуретку и кинул ее в зал. Толпа из зала просто массово кинулась на сцену, надо, значит, бить. Меня сбили с ног, там, я помню, из этого как... Лежу на сцене, вокруг меня много-много ног, которые там пытаются бить и топтать. Ну, то есть, вот, как бы, вот это панк-рок. И в целом, если Усову не нравилось, как реагируют на его творчество, он мог прийти в ярость. Знаете, это могло быть совершенно иноквартирники, например, дома у Усова, где собиралось очень вот только свои, там, не знаю, там, 15 человек вообще ближайшего круга. Ну, там в какой-то момент могло показаться, что люди неправильно реагируют на его песню. С недостаточным почтением, он там мог бутылкой и люстру разбить свою собственную. Вообще, такой дикий угар и безбашенные выходки часто сопровождали панк-концерты. В 90-е нулевые на концертах почти всегда были в ходу алкоголь и запрещенные вещества. Тебя как зовут? Бисквит. Глюк. Во-первых, с этим в целом была проблема в стране. Во-вторых, для многих панков разрушительный образ жизни был тоже частью протеста против реальности. Тот же Сид Вишес, икона панк-рока, умер в 21 год от передозировки запрещенными веществами. Первые лет 5 существования нашего мы почти каждый концерт играли нетрезвыми, но и не пьяными. Может быть, было пару раз такое, что кто-нибудь из музыкантов не мог выйти на сцену немедленно, и требовалось его приводить в чувство каким-то образом. Один раз я, например, в этой роли был. Нередко музыканты, которые еще не стали популярными, получали вместо гонорара, например, несколько ящиков пива или чего покрепче. Просах этот стоял обычно уже в гримерках, когда группы приезжали выступать в клуб, поэтому в ожидании своего выхода на сцену ничего не оставалось делать, как только гонорар начинать уже, что называется, осваивать. Это не считалось вообще чем-то из ряда вон выходящим, а чем-то таким необычным. Сидишь, как пиваешь, как бы, да, разогрелся, там, может быть, хлопнул полтос водочки и пошел играть панк-рок. Конечно, это не могло не влиять на творческий процесс музыкантов. Например, группе «Тараканы» пришлось на какое-то время остановить работу. Алкоголь и наркотики в жизни нашей, как в жизни музыкантов группы, занимали очень серьезное место. В 93-м году, когда мне пришлось выбыть примерно на полгода из творческого процесса, потому что меня с неким веществом... Я был задержан милицией тогда еще, вот, в Санкт-Петербурге, и отправлен до суда следственный изолятор «Кресты». Соответственно, то есть
Я находился в тюрьме, группа наша не существовала, и, соответственно, карьеры, в общем, не было никакой, она была приостановлена, поставлена на паузу. Дмитрий Спирин смог справиться со своей зависимостью, в отличие от многих своих коллег. Немало панк-рокеров просто сгорело из-за своих пагубных привычек. Егор Летов умер в 43 года от острой дыхательной недостаточности, развившейся из-за отравления алкоголем. Михаил Горшнев скончался в 39 лет из-за острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Алексей Фишев, лидер группы «Оргазм Нострадамуса», умер от алкогольного отравления в 30 лет. Есть версия, что он захлебнулся собственной рвотой. Многие люди спивались на моих глазах и умирали, и умерли. Половина моего поколения просто выкосила. Вот. Было мало того, мало тех, кто умер от наркотиков, и это стало больше... Вот как раз уже в 90-е годы очень много людей, молодых, вот, которыми я хорошо знал, не выдержали такого, таких перегрузок. Не только алкоголь и наркотики портили жизнь панков. Раньше молодые люди с ирокезами, яркими волосами, рваной одеждой, кожаными куртками с шипами и многочисленными нашивками нередко привлекали внимание гопников. Это еще одно распространенное в 90-х и нулевых явление. Маргинальная молодежь часто сбивалась в подростковые банды, которые либо напрямую были связаны с криминальным миром, либо просто восхищались блатной романтикой. Как правило, они носили очень короткие стрижки, спортивные костюмы и занимались мелким хулиганством на улицах. Например, вымогали деньги у прохожих или докапывались до людей с неформальной внешностью. Кстати, пишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделал отдельный ролик про гопников. Человек, который шел тогда в ирокезе, он понимал, что он рискует. Это я вам точно говорю. Помните, в прошлом году очень популярным стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о казанских молодежных группировках. В Казани их и правда было очень много, поэтому панкам и другим неформалам здесь часто доставалось. Было очень много интересных историй, как там, например, за владельцем ирокеза охотилось сразу две группировки. То, что вот было там в сериале «Слово пацана», начумевшем вот в те годы, такое происходило. Ну, было весело. Каждый день выходишь с подъезда, как на войну. Игорь Панкер рассказывал, что когда он приехал на один из музыкальных фестивалей в Казань, гопники буквально караулили панк-рокеров у гостиницы, где те остановились. Ну, нам тут же подошли люди и сказали: ребята, вы откуда? Ну, и там Кондрашкин пошутил: они с запада, что ли? Да не, мы с северо-запада. Ну, смотри, у нас так не ходят. И отошли в сторону. Мы тут же развернулись, пошли обратно в гостиницу. Там пошли местные, говорят: слушайте, да, что-то такое, вот вы там уже где-то прошли. В общем, сидите, лучше никуда не ходите. И вот третий день нам уже уезжать, мы сыграли перед этим концерт, все было очень удачно. И вдруг мне подходит: слушай, посмотри, что там такое на улице. И там такая площадь перед гостиницей. И я смотрю вниз, там автобусная остановка. И хоп, на соцсетке стоят там человек 40, одинаково одетых, длинные пальто и кепки такие. Ну, я же не вижу, я издали смотрю, ничего себе. Потом раз там смотрим, их уже там 100 человек. Раз смотрим, их уже 300 человек. И они пошли в гостиницу нас искать. Музыкантам тогда повезло. Организаторы смогли вывести их из гостиницы, но не всегда панкам удавалось так легко отделаться. Те же в городе Набережные Челны устроили такой первый большой рок-фестиваль Blue Water. Году, наверное, в 94-м, 93-м, может быть. И просто вся шпана окрестная собралась перед ДК, и когда люди указали после концерта на остановку, толпа просто бросилась на них. Люди просто забегали в автобусе, и там мой друг Саша Кокинс просто стоял с куском какого-то асфальта в руках гербом во время автобуса, и вот так вот бил по головам тех, кто пытался заскочить в автобус. Нападения на посетителей панк-концертов вообще продолжались довольно долго. И участвовали в этом не только гопники, но и наци-скинхеды. О скинхедах я недавно делал отдельный ролик. Посмотрите его, если хотите разобраться в истории одной из самых агрессивных субкультур. Противостояние скинхедов и панков можно назвать идеологическим. Дело в том, что часть скинхедов разделяет радикальные правые взгляды, включая национализм и расизм. И это полностью противоречит идеологии панк-культуры, где главной ценностью считается тотальная свобода для всех. Так, например, в 2004 году в Екатеринбурге на концерте «Гражданской обороны» произошла драка между местными скинхедами и панк-фанатами группы. Тогда погиб 23-летний житель Нижнего Тагила Алексей Овчинников. Убивший его скинхед, 19-летний Даниил Солодушкин по прозвищу «Хаус»,
получил 8 лет колонии. И после этого, как бы, гражданская оборона выпустила очень такое резкое заявление, в которое сказала, что как бы мы к национализму и фашизму не имеем никакого отношения, мы все это терпеть не можем, мы там патриоты, националисты, как бы все, кто, значит, считают себя там националистами и фашистами, просьба, значит, не ассоциировать себя с нашим именем. Вот, это тоже была довольно такая резкая отповедь. И таких случаев было немало. В 2008 году в Москве на выходе из станции метро «Китай-город» правые радикалы напали на молодых людей, которые шли на панк-концерт в клубе «Art Garbage». Очевидцы сообщали, что нападавшие были вооружены ножами и металлическими прутами. В результате нападения погиб 16-летний подросток Алексей Крылов из Ногинска. Пока ты ехал на концерт на автобусе, приходилось все время следить, что происходит. Нет ли людей, одетых как правые? На тебя могли напасть на выходе из автобуса, в любой подворотне. Ты выходил на улицу, как на ринг. Ты никогда не знал, что тебе прилетит по пути в голову. Бутылка, камень, кулак. Инесса Дымнич, посетительница панк-концертов в нулевые годы. В 2010 году произошло нападение скинхедов на посетителей рок-фестиваля «Торнадо». В том же году группа наци-скинхедов, вооруженная палками, арматурой, ножами, травматическим оружием, напала на антифашистов и панков, выходящих из клуба «Точка» в Москве после концерта группы «Пурген». Похожие нападения на посетителей концертов группы «Пурген» происходили в октябре 2005 года в Москве, в декабре 2008 в Москве и в сентябре 2006 в Санкт-Петербурге. В ответ на агрессию со стороны ультраправых, многие панки начали участвовать в левом движении антифашистов. Оно выступает против угнетения и дискриминации, особенно со стороны ультраправых группировок. Антифа активно и агрессивно боролись с расизмом, национализмом и фашизмом. Левая вся история, она больше говорит о равноправии, о эмансипации, о высказывании своего мнения. О чем мы говорим? Мы говорим о кучке иногда очень сильно самовлюбленных людей, импульсивных, эмоциональных, с яркой индивидуальностью. Как эти люди захотят встать, условно, под ружье, под какой-то строй, начать маршировать и слушать кого-то? Примерно с начала 10-х годов субкультуры стали уходить в прошлое. Во-первых, люди просто привыкли к неформалам, они стали уже частью обыденности. Странные прически и одежда перестали ассоциироваться с настоящим протестом и часто просто высмеивались как что-то несерьезное. Ну я ж уже не националист, не скинхед. А подожди, ты... Я неформал. Наверное, за первые 10 лет существования панк-рока все в это уже наигрались, и стало ясно, что если мы исповедуем полную свободу творческого самовыражения, то она должна заключаться еще и в том, что я, как участник этой субкультуры, как ее активист, имею право на то, чтобы выражаться через внешний вид или не выражаться через внешний вид. Без разницы. Во-вторых, с развитием интернета единомышленникам стало проще объединяться онлайн, вместо того, чтобы собираться на площадях и шататься по городу. Ну и сама музыка панков уже перестала вызывать ту эйфорию, которая была в начале. Панк-рок больше не воспринимался как что-то новое и необычное. Поскольку никакой вот эволюционности, никакого прогресса в панк-роке после 80-х годов я не замечал, то не перестал эту музыку слушать практически. Я не думаю, что сейчас, понимаете, я не думаю, что сейчас панк-рок – это популярное направление. Это же такое, ну, люди выросли, группа Offspring уже там по 55 лет, то есть как бы те, которые занимались, Sex Pistols уже вообще там, да, дедушки. Но это было в свое время явление, а сейчас это просто музыкальный стиль. Но уже помните фразу «Punk's not dead». Можно сказать, что это лозунг на протяжении всего существования панка заставляет его постоянно изобретать новые формы самовыражения и протеста. Так, например, среди панков популярны идеи Straight Edge. Это философское ответвление панк-культуры, которое стало своего рода ответом на разрушительный образ жизни первой волны панков. Стрейт-эйджеры сознательно отказываются от употребления наркотиков и алкоголя и придерживаются самодисциплины. Кстати, эти идеи разделяли и многие антифашисты. Могут ли панки вести стрессовый образ жизни? Конечно, могут. Таких примеров просто очень много. Есть целое направление стрейт-эйдж, где люди не употребляют ни алкоголь, ни наркотики, ничего вообще. Много очень веганов, вегетарианцев. Поэтому, да, конечно.
Я лично знаю таких достаточно много людей, которые получают радость просто от жизни. Straight Edge распространяется на разные сферы жизни и предполагает осознанность во всем. Именно поэтому те, кто причисляет себя к этому движению, часто включаются в экоактивизм. В России такими были, например, акции в защиту Химкинского леса. В 2007 году власти решили вырубить порядка 1000 гектаров леса, чтобы провести автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Против вырубки леса выступали самые разные силы, от партии «Яблоко» до антифашистов и панков. Эта история тянулась несколько лет. Активисты организовывали на месте рубки палаточные городки, на которые нападали правые радикалы. Антифашистов, либеральных активистов, анархистов избивали неонацисты, охранники, менты, ломали людям челюсти, избивали некоторых, действительно просто убивали, как Михаила Бекетова. И в ответ на это все анархисты решили провести марш, что было названо погромом Химкинской администрации. Летом 2010 года в интернете появилось объявление о концерте антифашистской панк-группы «Проверочная линейка» в защиту Химкинского леса. Концерт якобы должен был проходить 28 июля на Трубной площади в Москве. Но когда сотни антифашистов, панков и анархистов приехали на выступление группы, они увидели человека с мегафоном, который призывал толпу ехать защищать Химкинский лес. До леса они в итоге так и не доехали, а пошли к зданию мэрии Хима. Конечно, никакого концерта не было, был погром Химкинской администрации, но мне кажется, это лучшее проявление современного панка. Подобные политические акции – неотъемлемая часть панк-культуры. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказывает, что коллектив вдохновлялся эстетикой панк-рока. С 2011 года группа проводила политические акции и перформансы. И довольно часто в интернете Pussy Riot описывают именно как феминистскую панк-группу. Хотя никакого отношения к музыке и панк-року она не имеет. Мы пришли к созданию группы Pussy Riot из перформанс искусства, из концептуализма. И мы к тому времени уже 4 года занимались акциями и решили просто использовать панк как метод, как жанр. Ну, а так, наверное, про панк я знаю примерно так же, как и любой другой житель России. Ну что, конечно, гражданская оборона — это прекрасно. Пожалуй, самая известная акция Pussy Riot — это панк-молебен в храме Христа Спасителя. 21 февраля 2012 года девушки в разноцветных балаклавах забрались на возвышение алтаря, где исполнили песню «Богородица Путина прогони». Мы не выступали в клубах, там выступали на площадях, улицах, в храме Христа Спасителя, Красная площадь, собирались идти в Государственную Думу, потому что нужно было двигать понятие панка. Ну, то есть в моем понятии, если ты сегодня надеваешь ирокез и мартинсы, ну да, конечно, ты можешь себя называть панком, но ты будешь примерно так же забавен мне, как и мои друзья, которые носят одежду и мейкап из глам-рока 70-х. Ну, они как бы милые такие косплейщики. В те годы никто не ожидал, что за акцией в храме Христа Спасителя последует реальное уголовное преследование. Но за дело взялись серьезно. И трое участниц Pussy Riot, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, получили по 2 года колонии по статье хулиганства. Дело Pussy Riot получило огромный резонанс, сделав группу известной далеко за пределами России. Поддержку девушкам выражали такие мировые звезды, как, например, Мадонна и Пол Маккартни. Там вообще о музыке речи не было. И я думаю, что для них поиграть в панков и взять музыкальный инструмент. Это тоже перформанс. Довольно большой пранк, насколько я помню, когда это только появилось. Я думаю, вы играете в музыкантов, А на международной арене там написано, российская панк-группа, и все это выдано как, как витрина. Витрина российского панк-рока — это Pussy Riot. А получается, что никто никогда их не слышал, никто не видел. Получается, они смогли даже российских панков подколоть и найти. Это очень круто. В условиях сегодняшних политических репрессий, конечно, подобную акцию представить невозможно. И в целом, после начала полномасштабной войны России против Украины, стало довольно сложно исполнять протестный панк-рок внутри страны, из-за чего многие музыканты вынуждены были уехать, как, например, группа «Порнофильмы» или «Тараканы». В первую очередь было понятно, что мы не сможем продолжать ни в какой
видя музыкальную карьеру на территории Российской Федерации. Во-первых, потому что Россия была полномасштабное вторжение в Украину. Пролилась первая кровь, возникли первые жертвы, на украинских городах стали падать первые бомбы. Мы не представляли самих себя, свою музыкальную группу на таком фоне, на сцене, развлекающими граждан страны-агрессора. После начала войны Дмитрий Спирин и вовсе объявил о распаде группы «Тараканы». Группа внутри состава раскол по отношению к войне. Правда, позже Спирин начал сольный проект. Недавно он выпустил мини-альбом «Чем кончается Родина». Война вообще расколола панк-сцену, впрочем, как и все российское общество. Так, например, панк-группа «Пурген» поддерживает войну и выступает сегодня на одной сцене с известной в националистической среде группой «Русский стяг». Музыканты группы «Русский стяг» являются неофашистами, русскими нацистами. И это те самые люди, чьи коллеги, чьи единомышленники убивали панков на концертах таких групп, как «Пурген». Буквально в смысле. Резали ножами. Неважно, кем ты был, панком, скинхедом, металлистом, если группа направлена патриотически на сохранение нашей страны и культуры, то мы только за с такими играть. Руслан Гвоздев, лидер группы «Пурген». Я считаю, что то, что он делает сейчас, это просто дискредитация грёбаная, блин, и его имени, и его группы, и в целом жанра, и субкультуры, которую он... Короче, в общем, отношусь я к этому просто как... Также в прошлом году музыканты одной из первых и самых популярных антифашистских панк-групп в России, Clowns, приехали в Донецк и выступили перед военными. Дмитрий Спирин считает, что одна из целей панк-искусства – это как раз объединять людей против войны. После начала войны в одном из своих интервью Спирин вовсе сказал, что больше не верит в панк-рок. Есть немалое количество музыкальных групп, которые до начала войны считались оппозиционными, считались антипутинскими, пели протестные песни. И как только война началась, они эти песни потихонечку, тихой сапой удалили с сет-листов. Некоторые даже самостоятельно их удалили с цифровых платформ. Они быстренько прикусили языки и выстроились в очередь на участие в мероприятиях типа «Кинчев Фест». Например, а все мы знаем, что лидер Алисы Константин Кинчев является, ну, в общем-то, фашистствующим зетчиком. Артемий Троицкий считает, что в нынешних политических условиях панки просто не могут жить по своим принципам. При теперешней общекультурной и политической ситуации в Российской Федерации я не думаю, что панки смогут осуществить свою концепцию быть честными и свободными. Это, в принципе, невозможно. То есть, или ты лижешь жопу государству, вот, или ты отправляешься в черные списки, или вообще на все четыре стороны. Панки-государственники – это оксимарон. Сможет ли русский панк пережить тяжелые времена и возродиться, нам только предстоит узнать. Я думаю, что сейчас просто волна панк-рока, она не может появиться. Она должна появиться, это когда произойдет какая-то смена формации. И когда должно какое-то обновление. Люди должны выдохнуть. Когда они не будут прятаться от мобилизации. Есть вот симпатичная группа, с которой мы там случайным образом подружились. Называется Kill the Barber. Они уехали в Тбилиси, целые группы. Они вынуждены в чужеродной среде как-то там выживать, развиваться, но, конечно же, их место здесь. Но все же есть ощущение, что хоронить панков рано. Может быть, мы просто не замечаем андеграунд. Как в советское время мало кто слышал про панков, так и сейчас многие группы просто находятся в подполье. Проще всего, если вы придете в своем городе вечером в рок-бар, вот, подойдете к стойке, возьмете пиво, развернетесь и будете наблюдать, что происходит. Кто люди, которые вас окружают, о чем они говорят, и как бы и подумайте, вам нравится это, вы их понимаете, или вам хочется уйти. Как бы я думаю, что наступает ночь, просыпаются панки, и, короче, андеграунд живет, потому что есть люди, которым
Вот это просто нужно. Павел считает, что сейчас очень важно продолжать свое дело, несмотря ни на что. Именно поэтому он и не уезжает из России. Получается, вы в вонючей грязной политике что-то делаете. Если я сейчас останавливаю действия своей группы, значит, вы победили. Да вы не победите. Ну, то есть, если я сейчас уеду, остановлю свою группу, получается, вы добились своей цели. Даже если вы ее не ставили, но, черт подери, вы сделали на одну хорошую вещь меньше 100%. И я подумал, ничего подобного. Нет. Сам панк-стиль сегодня воспринимается скорее как винтаж или ностальгия по старым временам. Зумеры снимают тиктоки в неформальных нарядах и подпевают Королю и Шуту. При этом в России все еще остаются такие группы, как «Последние танки в Париже», в которой в свое время играл и Эдик Старков из Химеры. Есть также что-то похожее на сквоты, которые были популярны среди панков 80-е и 90-е. Например, в Москве с 2014 года люди, которые разделяют идеи панка, собираются в арт-пространстве «Лысый лось». Это такая маленькая квартира, в которой встречаются музыканты, художники и современные неформалы. Короче, всего много, и главное, что ты об этом можешь никак не узнать. Проходить, не знаю, мимо какого-то дома и не знать, что в подвале у него сейчас происходит концерт. Короче, все это существует, и как оно было децентрализовано, то сложно было осознать, не знаю, классифицировать, загнать в какие-то понятия. Так оно и есть. В этом и суть как бы андеграунда. В целом о настоящем и будущем русского панка сложно говорить в отрыве от всего российского творчества, которое переживает сейчас сложный этап. Панк — это одна из частей русской музыкальной культуры и вообще, соответственно, русской культуры. И хотелось бы думать, что русская культура будущее есть, да. Если в таком ключе смотреть, то, конечно, да. Вероятно, нас еще ждет перерождение русской культуры и музыки в частности, как это было в тех же 90-х после падения железного занавеса, когда после долгого застоя вся скопившаяся энергия просто хлынула на сцену и открыла для нас столько легенд русского панк-рока. Ну а вы что думаете, друзья? Остались ли еще русские панки? Или это уже история? Пишите в комментариях и не забывайте про лайки. Всем пока!